Итак, для тех, кто не знает, Honda серии, если вот так вот потихонечку доливать топливо, у меня лично влезает еще около 15 литров. То есть если прям под горловину. То есть заправляемся, произошла отсечка, пистолет немножко вытаскиваем. Ну и до пробочки. Но это с учетом того, что если куда-то далеко ехать и так далее. То есть, в принципе, каждую заправку, наверное, так делать не надо. Вот, я делаю так часто, и как бы, ну, проблем никаких совершенно нет. На полном серьезе, вот попробуйте, больше десятки точно влезет. Потихонечку и заливаем. Так, ну вот, было 30 литров, произошла отсечка. Сейчас видите, сколько, да, получается. Вот так вот. Все, спасибо.